В Татарстане задержан директор компании ТФБ «Финанс». Напомню, по факту перевода в эту структуру вкладов из Татфонбанка было заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. На сегодня в полицию поступило более 100 заявлений от клиентов банка. По словам вкладчиков, средства на счета ТФБ «Финанс» были переведены без их ведома. Накануне сотрудники Главного следственного управления МВД по республике задержали руководителя этой инвестиционной компании. В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов. Все изъято изучается следователями. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером.